У нас сегодня второй эфир по технологии изготовления купальников для художественной гимнастики. В отличие от предыдущего эфира, мы не будем сегодня ставить перед собой невыполнимые задачи, поэтому мы сегодня заканчиваем говорить о крое, о конструкции изделия и говорим об аппликации. Да, вопросы по краскам, по расклейке декорирования купальников камнями мы сегодня не затрагиваем. Вопросы вы можете задавать по теме эфира. Я читать комментарии сейчас не буду, потому что это очень сильно отвлекает от того, когда я говорю. Вот, у меня помощница, которая будет читать ваши вопросы, и, соответственно, мне их потом зачитает, и я постараюсь на них ответить. Мы достаточно подробно в прошлый раз поговорили о конструкции изделия, мы поговорили, как нужно кроить изделия, мы поговорили о том, какие особенности построения мы делаем для того, чтобы добиться идеальной посадки. Есть ряд вопросов, которые мы не успели затронуть и по которым у вас еще возникают вопросы. По конструкции изделия в основном вопрос был по рукаву. Значит, для того, чтобы добиться идеальной посадки рукава облегающей, нам нужно прежде всего правильно построить пройму, чтобы она хорошо облегала плечевой сустав, чтобы рукав у нас сидел как влитой. Получается, что у нас пройма достаточно высокая. Если на купальник без рукава мы сделаем такую высокую пройму, то она будет немножко врезаться в подмышечную впадину. Да, всегда на купальнике без рукавов мы пройму углубляем, чуть-чуть спускаем плечо и углубляем пройму. По рукаву. Рукав прежде всего мы кроим поперек долевой, то есть мы среднюю линию рукава располагаем поперек долевой. Для чего это мы делаем? Прежде всего, нужно понимать, да, то есть в узкий рукав влезть достаточно тяжело. Поэтому мы делаем раскрой поперек долевой, чтобы рукав растягивался больше вширь. Получается, что при таком растяжении надевать узкий рукав легко, и он не стесняет движения. Основные нагрузки на рукаве идут на поднятие руки. Да? Вы понимаете, что самая большая нагрузка происходит вот в этом месте. Да, то есть здесь получается самое большое растяжение. Поэтому, если вы выкроете рукав по долевой, у вас вот здесь вот будет создаваться сложность, и гимнастке будет сложно поднять руку. Кроме того, разные сетки, конечно, по-разному себя ведут, но мы не раз замечали такой эффект на некоторых сетках, когда в процессе эксплуатации сетка немножко продолжает вытягиваться по долевой, получая новую геометрию, да, с удлинением по долевой. Когда-то еще в начале деятельности ко мне принесли купальник, который был раскроен, конечно, с конкретной такой ошибкой. Там один рукав был раскроен поперек долевой, другой рукав был раскроен по долевой. Это не моя работа, естественно. Фотографирую этот купальник, попросили просто помочь продать. Смотрю, что-то не могу надеть купальник так, чтобы рукава были одинаковые. Потом сравнила, рукав, который был выкроен по долевой, был на 8 сантиметров длиннее того рукава, который был выкроен поперек долевой. То есть вы представляете, да, какое растяжение в длину по долевой может происходить. И для того, чтобы вам не пришлось еще и укорачивать рукав, да, поэтому лучше все-таки кроить его поперек долевой. Но самая основная причина кроя поперек долевой рукава – это, конечно, удобство гимнастки и легкость растяжения рукава. На рукаве для достижения идеального облегания мы делаем убавку по ширине рукава. У меня на рукаве в построение заложена убавка 2 сантиметра. Поэтому я всегда в своих обучающих курсах говорю, что если у вас раскрой изделия, то есть раскрой рукава из менее эластичного материала, например, часто бывает, что модель купальника с использованием гипюра, там гипюровый рукав. Значит, рукав нужно строить шире, без убавки, потому что иначе гимнастка в него не влезет и двигаться в нем будет сложно. Вообще, на самом деле,
ну, практика показала, что вообще полностью из гипюра лучше рукав не делать. Лучше подобрать сетку тон в тон, да, и из гипюра сделать на этой сетке декоративные элементы. Комфортнее просто будет и прочнее будет. Кроме того, гипюры, они, знаете, они по качеству все очень разные, да, бывают гипюры, которые очень сильно кашлатятся в процессе эксплуатации. И, а так как рукав у нас все-таки такая трущаяся поверхность, вот, то имеет смысл все-таки комбинировать на рукаве гипюр с сеткой. Так, значит, как у нас выглядит конструкция рукава? Вот приблизительно так, да. Здесь, ну, скажем так, это мы кроим его так по своей старой системе. Это уже отличается от оригинального построения патовлази, да, то есть здесь я сделала вот такой вот переход на рукаве для того, чтобы добиться лучшего прилегания вот в этом месте, в подмышечной впадине. Как это строить, все можно, соответственно, найти либо в нашем онлайн-курсе, либо на нашем очном курсе. И то, что я забыла сказать в прошлый раз, да, то есть у нас есть в продаже вот такой вот сборник инструкций. Это не книга, это не полноценная книга, здесь именно инструкции к курсу. Но здесь есть подробная инструкция построения, которую, в принципе, каждый человек может прочитать и построить по ней конструкцию купальника. Да? Эту книгу можно купить в нашем онлайн-магазине. Сборник инструкций, простите. Стоимость сборника 1480. Значит, про рукав рассказала. Теперь в подготовке к прошлому эфиру был вопрос про рукава. Сейчас... Здесь, наверное, не подготовила. Короче, на ряде наших работ вы можете увидеть рукав до локтя, который без обработки снизу и не декорирован камнями. Для чего мы делаем такие рукава? Прежде всего, такой рукав делается, когда у нас есть какие-то элементы вот здесь на плече, которые должны быть строго зафиксированы в своем положении. На всех наших ресурсах я размещу ссылку на наш интернет-магазин. Это не книга, это сборник инструкций. Поэтому давайте сейчас не будем загружаться этими вопросами. Все ссылки я опубликую на всех своих ресурсах. В Фейсбуке, в Инстаграме, ВКонтакте. Соня спрашивает, вы будете отвечать на мои вопросы или как бы... Да, я сразу в начале эфира предупредила, что я сейчас не читаю ваши комментарии, я рассказываю по теме эфира, потом мне зачитают ваши вопросы, и я постараюсь на них ответить. Самая сейчас наша задача осветить те вопросы, которые мы до сих пор в предыдущем эфире не осветили. Все остальные вопросы мы будем рассматривать чуть позже. Так, значит, так вот, рукав до локтя без украшения камнями. Почему мы его не обрабатываем снизу? Прежде всего для того, чтобы он был менее заметен, да, то есть, в принципе, сетка у нас достаточно хорошего тона, она достаточно близко к цвету кожи. И такой рукав практически незаметен. Значит, здесь, ну, вообще с элементами на плече, да, можно поступать разными способами. Можно сделать их вообще висящими модульными элементами, там, типа челик, да, то есть мы тоже так делаем. Но у некоторых гимнасток при выполнении работы с определенными предметами бывает такое требование. Мне нужно, чтобы здесь все прилегало, чтобы здесь был декоративный элемент, но чтобы он не мешал мне работать с предметом. В таком случае мы как раз делаем вот этот рукав до локтя и фиксируем эти элементы на плече. Да, то есть они никуда не двигаются, они находятся строго зафиксированы в своем положении и никуда не двигаются. Еще один момент. Значит, можно, в принципе, сделать рукав короче, но мы тут заметили такой нюанс. Да, то есть гимнасткам, ну вот, большим именно гимнасткам, не маленьким, которые, ну, работают еще достаточно на начальном уровне, а именно гимнасткам международного уровня, им потом удобнее вот так вот задрать этот коротенький рукавчик и выступать в купальнике как без рукавов. Ну, это не очень хорошо, поэтому мы делаем вот этот короткий рукав, на котором фиксируем все элементы. Он просто удобнее, он никуда не тянет, все на своем месте, все удобно. Так, дальше.
про рукава еще был вопрос, о спущенном рукавчике, как его сделать так, потому что если мы его просто кроим цельнокроенным, то он у нас задирается вот здесь и остается. Значит, смотрите, та система кроя, которую мы используем, она предполагает полностью облегание тела гимнастки, достаточно такое плотное облегание, да? Купальник получается натянут на гимнастке. Если вы на нашем системе кроя сделаете вот этот цельнокроенный спущенный рукав, то он здесь не останется. При первом же поднятии руки он поднимется вот сюда на плечо и здесь задержится, потому что купальник натянут на теле. Для того, чтобы такой спущенный рукав у вас оставался на месте в цельнокроенном варианте, его нужно, то есть сам купальник нужно делать так, чтобы он был достаточно свободен по дуге гимнастки. То есть получается, что у вас, скорее всего, будут поперечные складки закладываться на теле гимнастки, и вот здесь вот все будет достаточно свободно. Есть мастера, которые пользуются таким кроем и делают купальники достаточно свободные на гимнастках. Но, не знаю, мне как-то все-таки привычнее, чтобы купальник хорошо облегал гимнастку. Я не люблю такую свободную на купальниках. Поэтому рукава полукрылышки мы делаем все-таки не цельнокроенными. Мы их делаем такой месяцеобразной формы и пришиваем к купальнику с достаточно сильной припосадкой по плечу. На теле купальник натягивается, и этой припосадки на плече не возникает. Но такой рукав абсолютно нормально работает на гимнастке. То есть на поднятие руки, на опускание руки он всегда остается на месте. Значит, все вопросы про горизонтальные выточки у нас были разобраны в прошлом эфире. Там смотрите этот эфир. Так, покроем. Значит, в вопросы, которые вы задавали мне перед эфиром, там был вопрос, в конструкции основы купальника линии плеча, спинки и переда отличаются. Ну да, естественно, отличаются, то есть это стандартный крой во всех изделиях. Линия плеча, спинки более покатая, линия плеча, переда более острая. Все это правильно. Так, значит, задавали вопрос, если шить без примерки купальники на продаже, то какие ростовки более ходовые? Ну, вы это все прекрасно можете увидеть на соревнованиях, да, сколько гимнасток больше, в каком росте. Ну, обычно 125, их очень-очень много, 135 уже меньше, но их достаточно много, 145 уже уменьшилось, 155 еще меньше, 165 еще меньше, ну и 175 остались редкие. Гимнастки уже очень продвинутого уровня. Обычно это международный уровень. Так, ну, вообще, самые ходовые ростовки – это 135, 145, 125, да, но там желательно чуть-чуть цены пониже, да, потому что люди еще не привыкли к дороговизне наших изделий. Вот. Так. Тоже вопрос был. Вы рассказывали, что кроите без убавок, какие оставлять припуски. Значит, смотрите, если вы абсолютно уверены в своей конструкции, вы можете вообще припуски не делать. Но вот сколько наша мастерская работает, вот столько мы и работаем с достаточно большими припусками. Это всегда дает возможность ряда корректировок, да, то есть корректировки применяются крайне редко, но все равно так спокойнее там. Лишние 2 сантиметра, отпущенные на припуск, вам особой экономии ткани или расхода дополнительного ткани не даст. А спасти в каких-то экстремальных ситуациях, например, если, допустим, удаленный, ну, не удаленный пошив, а ну, клиент сам снимал мерки, потом приехал на примерку, оказалось там, что где-то там туговато, чего-то не хватает, всегда можно добавить. Значит, еще был вопрос про нагрудную выточку. Значит, смотрите, мы вообще вопрос нагрудной выточки очень серьезно прорабатывали в прошлый олимпийский сезон, 4 года назад, да, то есть мы тогда активно работали для сборной Российской Федерации. Мы сейчас, конечно, работаем, но тогда, по сути, я начинала работать вот прям массово-массово с гимнастками уже взрослыми, сложившимися. Значит, до 3-го размера груди включительно практика показала, что нагрудные выточки смысла особого не имеют. То есть у нас прекрасная эластичность ткани дает нам возможность
пользоваться тем же построением без изменений. Больший размер груди, конечно, в гимнастике иногда встречается, но уже достаточно редко. У меня за всю мою историю было только две такие девушки. И это были уже не гимнастки, а это уже шоу-артисты, когда нужно было сажать купальник прямо на большую грудь. Значит, здесь возникает проблема с люфтом вот здесь, вот под грудью. Вот, здесь уже без дополнительных телодвижений, там выточек, либо делать полочку отрезной под грудью, вот без этих телодвижений уже добиться прилеганием под грудью уже сложно. Но так как таких девушек в моей практике было крайне мало, у меня просто не было, скажем так, достаточного статистического материала, чтобы отработать построение достаточно грамотно. Поэтому мы оставили этот вопрос еще открытым, и пока этим я серьезно не занималась. По ощущениям, желательно все-таки, наверное, делать отрезной купальник под грудью. Ну, не знаю, пока не говорю конкретики, потому что надо отрабатывать, надо работать над этим вопросом. Но в гимнастике такое у нас бывает редко. Вот. Так, дальше. Значит, вопросы были еще про обработки горловины пройм. Значит, ну, мы традиционно сейчас пользуемся в мастерской тремя видами обработки. Хореографический вырез мы всегда ставим на резинку. Здесь есть нюанс. В принципе, самый первый хореографический вырез мы сделали обработку без резинки. И там что получается? Мы обрабатывали бейкой из той же эластичной сетки. Да? В принципе, в нормальном стоячем положении все хорошо. Но когда гимнастка нагибается и делает там какое-то вот такое движение, или прогибается и руки там заводит назад, то вот здесь вот это вот место при широком хореографическом вырезе, да, но оно отходит от тела, что не очень эстетично. Резинка все-таки помогает чуть-чуть стягивать купальник и держать его в таком более прилегающем к телу варианте. Резинку мы используем обычную бельевую резинку, она на сайтах продавцов фурнитуры называется резинка-продержка. Мы используем резинку телесного цвета российского производства, покупаем ее на заводе. Это ширина резинки где-то 6-7-8 миллиметров. Вполне достаточно хорошо работает. Так как есть возможность покупать именно резинку телесного цвета, то мы, собственно, ее покупаем. Ну и, собственно, если у кого-то есть сложности, где ее купить, можно купить либо в нашем интернет-магазине, на который я ссылки предоставлю на всех своих ресурсах, либо в интернет-магазине нашего партнера СВ Страза. Резинка очень недорогая, поэтому вполне можно ее покупать и использовать. Значит, кто-то задавал вопрос о том, как там мы ее в кулиску вставляем. Сразу, да, смотрите, мы в своих изделиях никогда не делаем трусы полностью прозрачными, да, то есть у нас боковые элементы, они из той же сетки, но сетка дублирована, да, вот здесь вот на просвет вы можете видеть, что она слегка прозрачная. Но когда это на теле, вы сквозь двойную сетку никогда не увидите ни нижнее белье, особенно если оно все-таки подобрано правильно, и оно не черного и не белого цвета, а телесные трусики, да. То есть я считаю, что все-таки зону трусиков, да, оставлять в прозрачной одинарной сетке не стоит. Так, теперь, Мил, есть какие-то еще вопросы по крою, по конструкции? Значит, смотрите, ну, когда я была начинающим мастером, да, то есть я еще, скажем так, шла на поводу ряда клиентов и бегала по магазинам в поисках сетки, которая будет прям идеально совпадать с цветом кожи гимнастки. Сейчас практика показала, что цвет сетки 232, который вот продается в СВ Страза, у нас продается,
он достаточно универсальный. Да? Девочки смуглые говорят, ой, какой хороший цвет сетки, он так подходит к моей смуглой коже. Девочки бледненькие говорят, ой, какой хороший цвет сетки, он практически незаметен на моей бледной коже. Ну, вот он такой универсально подходящий. Да, поэтому мы сейчас вот прям настолько в исключительно редких случаях покупаем сетку другого тона для попадания во вкус определенных гимнасток, что это прям единичные случаи. Ну, не совсем понимаю, как приподнятым, если это декоративное крылышко. Мы сейчас говорим про плотные ткани, да? Я так понимаю, что это не из сеточки пушистые крылышки. Вот. То, естественно, там дублируются элементы. Мы сейчас будем говорить про аппликационные техники, про 3D-техники. Я там буду об этом говорить. Там просто делается плотная ткань. Это аппликационные варианты, мы про это чуть-чуть попозже поговорим. Сейчас вопросы про конструкцию. Ну вот наше построение, оно уже сразу на вырост. Если нужно не на вырост, то тогда мы делаем убавку по ДТС на 2 сантиметра. Но так вообще это построение на вырост. Если хотите прям еще сильнее на вырост, то тогда готовьтесь к тому, что у вас будут горизонтальные складки на теле. Вот, можно добавить дополнительные прибавки по ДТС и по высоте сидения двойной. Так, какие еще? Нитки в работе мы предпочитаем Гетерман. Можно еще Мадейру использовать, Аман. Ну, это то, вот, что я знаю, качественные нити. Мы как-то пробовали перейти на нитки более дешевые. Вот прям на первой же аппликации я поняла, что на комплектующих экономить не стоит и лучше использовать дорогие качественные нитки. Да, был еще вопрос про какие швы, где лучше применять. Для притачивания рукава, боковые, обработки горловин. Вы все делаете на распашивальной машине или где-то все же применяется зигзаг, кроме аппликаций? Значит, смотрите, на распашивальной машине мы за всю свою историю делаем существование мастерской. Мы делаем только одну операцию. Мы подшиваем штаны для спортивной акробатики для мальчиков. Все, больше распашивальная машина не применяется в нашей мастерской нигде. Все швы, боковые швы, плечевые швы мы стачиваем на оверлоке. Но в обработках мы применяем еще тройной зигзаг. Тройной зигзаг – это один из самых прочных и эластичных швов. Поэтому мы его очень часто используем в своей работе. Так, ну и, естественно, применяем аппликационный зигзаг для притачивания аппликации, для сборки кулиски и оката трусов. Вот, ну, вот так. Иногда на цветных сетках боковые швы мы выполняем оверлоком телесными нитками и дублируем боковой шов, так, чтобы нитки телесные не светились на лицевой стороне изделия. Мы дублируем этот шов трикотажным швом. Обычно это скошенный зигзаг на швейных машинах. Так, какие еще есть вопросы? Ну, смотрите, резинка, бейка, и, ну, два вида обработка и бейка. Все эти обработки есть в курсе. Добро пожаловать, можете смотреть, учиться. У нас сейчас прямой эфир, это не мастер-класс. Я здесь не показываю конкретной техники. Мы говорим о принципах работы, о применяемых техниках в целом. Так. Да. Ну, смотрите, фигурное катание, конструкция кроится точно так же, как и для художественной гимнастики. С юбками там значительно большая свобода, чем в художественной гимнастике. И в нашем курсе юбки фигурного катания там разного вида не освещены на данный момент. Я планирую в текущем году сделать несколько уроков, посвященных именно изготовлению платьев для фигурного катания. Это будет, но пока этого еще нет.
Так. Про построение юбки мы все говорили в прошлом эфире. Соответственно, конкретика в курсе или в инструкции. Ничего сложного нет. Юбка всегда на 10% шире, чем купальник. Вот. Так, значит, про аппликацию сейчас мы говорим. Краски мы обсуждаем в следующем эфире. Сейчас задавать вопросы по росписи и по краскам абсолютно бесполезно. Сейчас в этом эфире мы про них не будем говорить. Так, делаем ли мы цельнокроенный рукав в купальниках? Цельнокроенный рукав мы пока не делали. Мы сейчас сделали одну работу без боковых швов. В принципе, это все можно делать. Просто не вижу, если честно, особой сложности. Будет ли курс купальника для синхронного плавания? Конструкция купальника для синхронного плавания делается точно так же, как конструкция купальника для художественной гимнастики. Есть нюансовые отличия. Ну, например, обязательно купальник для синхронного плавания собирается полностью на сетке, да, то есть там не высекается сетка под бифлексом. Нужно просто думать о том, что в воде бифлексы ведут себя немножко по-другому. Поэтому делается более такая жесткая конструкция, и кроме того, цвет бифлекса в воде становится более там прозрачным. Желательно думать об этом, да, то есть и дублировать, допустим, белый бифлекс там либо белой сеткой, либо белым вторым бифлексом, да. Так. Про объемные элементы сейчас мы во второй части нашего эфира поговорим. Но я так понимаю, что мы сейчас рассмотрели все недостающие вопросы по крою и конструкции, которые мы не рассмотрели в прошлом эфире. Значит, тут спрашивают, можно ли использовать нашу конструкцию купальника для бальников. Да, в принципе, можно. Там есть тоже нюансовые различия. И мы сейчас активно сотрудничаем с одним очень хорошим мастером по бальным платьям. Мы записали сейчас несколько уроков по пошиву рейтинга. И думаю, что будем продолжать сотрудничество. И через некоторое время курс по бальным платьям выйдет. Это будет не такой большой курс, как у нас по художественной гимнастике, а это будет, ну, как серия небольших курсов по конкретным платьям. Вот. В бальных платьях я просто далеко не специалист, и я не планирую в своей деятельности заходить в эту сферу, поэтому лучше прислушиваться именно к специалистам, которые всю жизнь шьют для бальных танцев. А вообще, в принципе, базовая конструкция, она, конечно, похожа. Так, при коротком рукаве или три четверти, когда край не обработан, проймы опускаются? Нет, это обычный рукав, проймы не опускаются. Делаем конструкцию, как для длинного рукава. Значит, соответственно, вопросы сейчас идут про купальники, которые у меня на заднем плане. Значит, смотрите, вот этот вот купальник я специально надела для чего? Для того, чтобы показать вам модульные элементы, работа модульными элементами. Ну, здесь фонарик с аппликацией там свободно висящие. То есть здесь, в принципе, все классические, без каких бы то ни было там нововведений. Здесь только интересные воротник. Это вот мы сейчас будем разговаривать про модульные элементы, ну и аппликационные техники. Здесь длинный рукав, здесь тоже никакой особенности вот в этом купальнике, никаких там наворотов нет. Так, плохо слышно, простите, говорила, наверное, в другую сторону, поэтому хуже слышно. Так, ну значит, смотрите, мы с вами поговорили уже про конструкции. И сейчас у нас как раз вот 12:30, да, мы приступаем ко второй части нашего эфира. Мы разговариваем про аппликационные техники. Значит, ну, вообще, в принципе, как бы вся аппликация в купальниках для художественной гимнастики, ну, и других видах спорта делается из, ну, из бифлекса там и других там материалов, типа бархата, гипюра, там, ну, различные эластичные материалы. И прошивается она зигзагом. Аппликационный зигзаг – это небольшой
небольшая высота и достаточная частота зигзага, которая обеспечивает его эластичность. Не знаю, будет видно или нет, но это вот тем, кто совсем прям новички-новички, кто не знает, как пришивается аппликация. Ну, здесь ничего абсолютно сложного нет, кто-то предпочитает более частый, более мелкий зигзаг, да, ну вот мы, собственно, выбираем вот такую настройку, вот здесь вот на цветной нитке, собственно, можно увидеть настройки нашего зигзага. Обычно это где-то 2 на 1,8, 2 на 1,6. Так, есть несколько разных типов работы с аппликацией. Прежде всего, есть аппликация прямая, когда сначала элемент вырезается, да, вот, например, вот мы вырезали элемент, зафиксировали его на ткани тем или иным способом, да, и потом сверху пришили. Вот пришитая аппликация, да. Либо бывает аппликация обратная. Это два разных принципа, да? То есть обратная аппликация, к сожалению, у меня здесь образца нет, потому что мы этим методом, ну, практически не пользуемся, вот прям крайне-крайне редко, да? Но огромная масса мастеров и таких прославленных мастерских, как мастерская Маргариты Демидовой, да, работает именно на этом методе. Это когда на сетке рисуется контур аппликации, прикладывается на лицевую сторону невырезанный кусок бифлекса, отстрачивается аппликационным зигзагом по контуру и потом срезается с лицевой стороны лишние части бифлекса. Есть и у того, и у другого метода, есть плюсы, есть минусы, но по сути это вопрос привычки. Да? Те люди, которые всю жизнь работают обратным методом, приведут вам сотни причин, почему обратный метод аппликации удобнее, чем прямой метод аппликации. И также люди, которые работают с прямым методом аппликации, приведут вам массу причин, почему такой метод лучше. Вот. Нам удобнее работать именно прямой аппликацией. И здесь, ну, когда я вообще начинала шить купальники, да, сначала вот попробовала перевести рисунок на ткани, вырезать это все дело аппликационными ножницами, и тут же столкнулась с сложностью. Да, то, что на незафиксированной ткани вырезать точно аппликацию достаточно сложно, потому что ткань под ножницами так слегка едет, и вырезать неудобно. И, соответственно, в процессе работы я практически сразу начала работать с клеем временной фиксации. Есть замены клею временной фиксации. Можно работать паутинкой, можно фиксировать канцелярским клеем аппликацию. Ну, то есть есть разные техники, но принцип один и тот же. То есть мы вырезаем деталь тем или иным образом, и деталь значительно удобнее вырезать, когда она слегка приклеена на бумагу. Вот здесь у меня, допустим, вот такой вот образец есть, да, то есть бифлекс. Видите, к нему приклеена калька, сбрызнутая клеем временной фиксации. Ну, вот, видите, да, то есть на кальку нанесен рисунок. На самом деле я здесь поленилась, я взяла то, что у меня тут было под рукой, и здесь просто приклеенный кусочек кальки дополнительные, тоже с обведенным фломастером. Вот, и, соответственно, вот на таком сэндвиче, да, вырезать значительно легче, да, то есть я могу взять любые ножницы и очень легко резать по нанесенным на кальку линиям. Я могу резать как прямые линии, абсолютно тоненькие, да, то есть никаких сложностей нет, вот видите, да. То есть без фиксации на бумаге вот так вот вырезать, ну, наверное, знаете, достаточно сложновато, да? Вот. Также можно делать любые изогнутые резы. И рез получается достаточно чистый, красивый, профессиональный, да? То есть, причем такая техника, она чем удобно, да, то есть когда мы делаем купальники, ну, типа голые платья, да, с абсолютно симметричным узором, вот прям все очень-очень удобно, никаких сложностей вырезать точно узор, перевести сначала его точно на кальку и точно вырезать узор из ткани, вообще никаких сложностей нет. Так, значит, клей временной фиксации – это клей компании 3М, номер клея 75.
когда-то это была, этот продукт был разработан компанией Scotch Welt, ну, вот, соответственно, через какое-то время они продали производство этого товара, собственно, корпорации 3M. Вот. По практике, когда-то были перебои с поставкой именно этого клея в России, тогда мы перепробовали массу других клеев. В принципе, есть другие достаточно нормальные виды клея, но от добра добра не ищут. Вот для нас этот клей лучше всего. Ну и, соответственно, мы его используем сначала для того, чтобы сбрызнуть кальку для вырезания элементов аппликации, и потом мы его используем для фиксации элементов аппликации на сетке. Вот этому вот образцу, это, ну, скажем так, несостоявшаяся часть купальника Маргариты Мамун, в котором она выступала на Олимпиаде под обруч, да, вот 4 года. Вот эта аппликация, приклеенная этим клеем, прекрасно держится. Ну, вот здесь вот видите, вот в одном месте она отклеилась. Ну, вероятно, это я просто показывала кому-то, как она приклеена, отклеена. Вот, прекрасно держится. И в наших изделиях всегда клей остается только между двумя слоями ткани. То есть с вот этой стороны он никаким образом не клеится. То есть вы никогда на готовом изделии не увидите, что здесь был использован клей. Если мне надо, чтобы обратная сторона аппликации, ну, сетка под обратной стороной аппликации была высечена, то мы экранируем часть аппликации дополнительной кальки и делаем так, что вот, ну, вы видите изнанку изделия, да, то есть здесь тоже никакого клея нет. У меня клей нанесен только исключительно на там, 5 мм краешка, который находится под двумя слоями ткани. И обратите внимание, здесь еще такой нюанс, да, когда у меня, допустим, идет стыковая аппликация, когда один кусок ткани, другой кусок ткани, да, я всегда прошиваю это двумя дублирующими строчками. Для чего это делаю? Да? То есть, ну, мы прекрасно знаем, что ситуации бывают разные, одна строчка может лопнуть. И если у нас дублированные швы на стыковой аппликации, ну, здесь имеется в виду стыковая, на самом деле это немножко другой термин, здесь просто стык двух тканей, да, то есть сетка закончилась, бифлекс начался, да, вот такие вот швы я соединяю не одной строчкой, а обязательно двумя, потому что, ну, у нас исключается возможность дырки в тело. Так, значит, для, соответственно, потребителя, еще раз подчеркиваю, никогда на готовом изделии не видно, что здесь использовался клей временной фиксации. Он никаким образом не влияет ни на эластичность ткани, ни на ее какие-то другие показатели. Да? То есть клей временной фиксации – это быстро, качественно и хорошо. Для детей ни разу не сталкивалась с тем, чтобы были какие-то аллергические реакции. То есть этот клей для клиента он не заметен. Значит, были вопросы насчет, насколько он безвреден для здоровья. Значит, ну, мы прекрасно понимаем, что все, что распыляется, это то, что мы вдыхаем, да, оно, естественно, полезным быть не может, если это только не ингаляционный состав, там, не знаю, раствора эвкалипта. Клей, конечно, не является ингаляционным составом, поэтому он все-таки на вдыхание вреден. Но что можно сказать? Во-первых, этот клей очень быстро оседает, поэтому задержать дыхание на время его распыления, ну, не составляет сложности. Клей летучий, и когда я работала, ну, в квартире, да, то есть не в мастерской, то у нас был, знаете, такой коробка, ну, вот как из-под старых ламповых телевизоров, такая, такого размера приблизительно. Вот внутрь коробки мы клали аппликацию, там распыляли, если это, ну, то есть получается, что с 5 сторон у нас пространство было защищено коробкой. И в таком варианте оно, собственно, особо сильно и не воняет, и не разлетается по всем сторонам. А может, про клей хватит? Вы знаете, ну, если вам не очень интересно, вы можете просто не смотреть эфир. Клей в нашей работе достаточно важный. Поэтому я считаю, что, разговаривая про аппликации, я имею право в своем эфире уделить внимание тем задачам, которые я считаю нужным. Так, значит, теперь этот клей
Кроме того, нам очень помогает в работе с модульными элементами. Что такое модульные элементы? Если раньше мы всю аппликацию нашивали вот, ну, в плоском состоянии на ткань, то сейчас достаточно часто мы используем в работе модульный элемент. Что такое модульный элемент? Это вот такая вот двойная аппликация. Она может быть бифлекс-сетка, она может быть бифлекс-фатин, она может быть бифлекс-бифлекс, бифлекс-бархат, бифлекс-голограмма, да, то есть вот как здесь, да. Что нам дает возможность использования таких элементов? Во-первых, это дополнительный объемный элемент, да, то есть, кроме того, мы можем их делать в различных вариантах так, чтобы они создавали дополнительную фактурность и стояли. Вот, значит, они могут быть абсолютно любыми, и вот как раз воротник на вот этом купальнике, он, собственно, выполнен. Сейчас, минутку. Воротник вот на этом купальнике, он выполнен как раз вот таким модульным элементом. Здесь получается у нас сборка для того, чтобы вот он так вот хорошо стоял, да, здесь сборка из трех слоев бифлекса. Да, то есть бифлекс внешний, бифлекс средний, бифлекс внутренний. И все эти слои склеены между собой клеем временной фиксации. Можно, допустим, такие элементы делать, прокладывая тонкий поролон внутри. Но у поролона есть такой небольшой минус. Поролон со временем рассыпается, да, то есть он не очень долговременный такой материал, да, поэтому, ну, то есть за пару лет использования купальника ничего с ним не случится, да, то есть мы тоже иногда поролон используем. Еще, кстати, знаете, есть очень хороший такой бельевой поролон, который дублирован с обеих сторон бифлексом таким телесного цвета, да, тоже очень удачный вариант. И, кстати, такое ноу-хау, значит, девчонкам из сборной на лосины мы сейчас на коленке ставим вот такой вот поролончик. Мы сейчас проверили такие лосинки для Ариши Авериной, для Лалы Крамаренко. Вот реально коленочки защищает. Про модульные элементы я поговорила. Нет, здесь я не буду, девочки, извините, показывать. Этот купальник скоро появится в продаже. Сможете там его подробно рассмотреть. Там новый воротник, интересный. Это такое ноу-хау. Вот, значит, как создать эффект кожи? Значит, смотрите, есть, ну, если вы не пользуетесь камнями горячей фиксации, вы можете использовать просто тупо кожзам, да, то есть эко-кожа это сейчас называется. Она не очень эластична, и большие участки из нее, конечно, не получится, но на воротники, там, ну, на такие элементы, в принципе, можно делать. Да, модульные элементы – это отстрочка, да, это не просто склеенные элементы, это все вот как аппликация, все пришито. Это вот, смотрите, вот есть у меня вот такой вот образец, да, видите? Ну, то есть это именно такой тренировочный, это вот можно вырезать отсюда вот эти треугольнички, ромбики, и они будут модульными элементами. Фоамиран в гимнастике не используется. Фоамиран – это очень непрочный материал, который разрывается вот просто вот так вот на раз-два. Да, даже не на раз-два, а на раз. Вот, поэтому для гимнастики его использовать абсолютно нельзя. Можно шить купальник не из бифлекса, а из лайкра. Лайкра, извините, чем от бифлекса отличается? Это просто два названия одной и той же ткани. Да, например, люди, продающие кресан, называют бифлекс исключительно лайкрой. Бифлекс – это торговое название одной из первых компаний, которая начала выпускать такой вид ткани. Оттуда он, собственно, и прижился. Бифлекс – это бифлекс, да, то есть растяжение в две стороны, то есть подолевой и поперекдолевой. Вот. Значит, лайкрой эту же ткань называют, потому что в ней высокое содержание нитей лайкра. Вот, собственно, и все. Так, значит, дальше. Про модульные элементы мы поговорили. Они могут быть двойными, тройными, могут быть из разных тканей, могут быть также с использованием, ну, то есть разных интересных тканей, да. И было очень много вопросов про нестрейчевые ткани для использования на купальниках. Значит, я, если честно, вот здесь вот даже вот могу вам показать, тут подготовила такой, сейчас попробую.
подготовила тут такой огромный банк тканей, которые мы используем на купальниках. То есть это различные пайеточные ткани, это различные кружева, это фатин. Да, давайте сначала поговорим чуть-чуть про фатин, потому что фатин, ну, такой, он не новый материал, его, по-моему, первыми использовала в работах на купальниках для художественной гимнастики мастерская «Артблеск». Они использовали этот материал для юбочек, они получаются такими прозрачными-прозрачными, воздушными-воздушными. И когда они первый раз это использовали, все сказали: «Вау, как классно!» И я до сих пор не могу понять, почему эта мысль не приходила в голову никому другому, потому что ткань действительно очень удобная. Единственное, что она чуть-чуть менее прочная, да, то есть фатин рвется, конечно, достаточно хорошо. Но фатины бывают очень-очень разные. Значит, и я вам хочу показать. Значит, смотрите. В магазинах Эста, Айсидора продается достаточно хороший фатин. Вот видите, вот он восстанавливает, во-первых, свою форму. Фатин красить можно, но не нужно, потому что он очень тонкий и краска на нем почти незаметна. У нас в нашем онлайн-курсе есть покраска фатина, может там посмотреть. Так, значит, вот этот фатин достаточно хороший, но у него есть минус. Он очень мнется. И если мы не утяжелим юбочку вот с такого фатина, купленного в Эсте или в Айсидоре, камнями, да, то она будет такая жамканная. Вот он, фатин. Да, то есть его большой плюс то, что он восстанавливает форму после растяжения. Но нужно всегда на фатинах помнить. Во-первых, они, если вы используете камни горячей фиксации, да, нужно декотировать все-таки эту ткань, потому что она достаточно сильно меняет геометрию под ВТО. Причем это относится ко всем фатинам. Значит, внешне вот этот вот фатин, который продается в Эсте и в Айсидоре, он ничем не отличается, например, от вот такого фатина, который можно приобрести в других магазинах. Сейчас, вы знаете, очень популярны праздничные такие красивые платья с фатиновыми юбками. И вот какой минус у основной массы фатинов, которые можно сейчас купить? Видите, смотрите, я растянула, и он не восстановил свою форму. Видите, что происходит? Вот такой фатин в художественной гимнастике лучше не использовать. Да, то есть смотрите, вот здесь вот я растягиваю, и он возвращает свою геометрию, а вот этот вот остается вот в таком жамканном виде. Есть еще другой вид фатина, это стрейч-фатин. Значит, смотрите, он восстанавливает свою форму и показывает большие показатели эластичности. Но у этого фатина есть один большой такой нюанс, о котором нужно знать. Дело в чем? За счет чего этот фатин стрейч? У него достаточно широкая ячеечка, ну, не знаю, видно вам или нет, да, достаточно большая ячеечка, и он сохраняет эластичность за счет того, что он высушен вот в таком растянутом положении. Это на производстве. Как только вы его намочили, вот он приобретет другую геометрию. Ну, то есть вот такой вот фатин, мы его сейчас очень активно используем на юбках для купальников, для художественной гимнастики. Почему? Потому что вот у него нет вот этого минуса, то, что он мнется, да, то есть его не надо так сильно утяжелять камнями по низу. Но вот этот вот фатин перед использованием нужно очень сильно декотировать, да, то есть его нужно постирать, проутюжить в растянутых видах, да, то есть и тогда он более-менее приобретет свою геометрию. Вот, еще про юбки. Юбки из фатина не рекомендую кроить по косой, да, потому что он растягивается в разные стороны по-разному и... Так, подождите, я опять начинаю читать комментарии, я опять сбиваюсь. Так, значит, этот фатин не надо кроить по косой, потому что одна сторона юбки у вас отвиснет сильнее, чем другая. Будет ощущение, что юбка скроена криво, а она на самом деле скроена прямо. Так, в стразы фатин еще внимательно не смотрела, надо смотреть. Так,
У меня просто огромная масса фатинов, старых запасов. Слава богу, тот, который у меня в запасах, он достаточно хороший. Значит, смотрите, дальше. Пайеточные ткани. Значит, просто у нас совсем немного времени осталось, а про пайеточные ткани задавали много вопросов, поэтому сейчас мы разговариваем про пайетки. Значит, пайеточные ткани бывают на абсолютно разной основе, да, то есть вот это вот одна из моих любимых пайеточных тканей, моя любимая цветовая гамма, вот она чуть-чуть эластична, да, то есть есть такая небольшая эластичность по долевой, поперек долевой эластичности нет. Есть у нас тоже на сеточной основе пайеточные ткани, которые вообще не эластичны ни разу ни в одном направлении, да. Есть пайеточные ткани на эластичном бархате, да. Вот, бархат тоже показывает небольшую эластичность, и это все здорово. Значит, вопрос был, как мы пришиваем пайетки. Значит, пайетки мы пришиваем двумя способами, принципиально двумя способами. И здесь вот на этом купальничке, вот сейчас, собственно, новые уроки, которые мы готовим к выходу на нашем онлайн-курсе, они, соответственно, там показан и тот, и другой способ, вот конкретно на этом купальнике. Вот он шьется, собственно, под курс. Значит, если вы... Видно, не видно... Не знаю. Короче, вот здесь вот этот вот срез пришит одним способом, этот срез пришит другим способом. Вот здесь сверху, здесь все просто. Делаем аппликацию, там, которая лежит сверху, там это может быть тоненькая аппликация, может быть толстенькая аппликация, накладываем сверху и пристрачиваем, как обычную аппликацию. Да, то есть... Хорошо работает, все здорово. Отрезаем просто ровненько. Это у меня здесь был тоже кусочек. Ну вот, вот просто ровно отрезали, да, и сверху положили элемент, пришили. Значит, другой край пришит, на мой взгляд, более правильно. Здесь сняты пайетки вдоль краешка и пришит именно сама ткань, на которой собрана пайеточная ткань. Это достаточно трудоемко, потому что мы не выдираем пайетки, а каждую пайеточку срезаем аккуратненько. Значит, иглы никакие не меняем для пайетки. Желательно иглы все-таки потолще брать, потому что они тупятся быстро. И если вы шьете очень быстро, то они могут ломаться или гнуться. Поэтому шьем на медленной скорости пайетки. Но это, конечно, там, где идет строчка по пайеткам. Можно вообще, в принципе, просто ровно срезать пайетки, да, и пришить аппликацию зигзагом поверх пайеток, но мне такой вариант не нравится, он смотрится неаккуратно и некрасиво, поэтому я стараюсь все-таки пользоваться, ну, либо вот этим способом, когда край пайеточной ткани закрывается сверху лежащей аппликацией, либо, соответственно, снимать пайетки и растягивать край пайеточной ткани камнями, вот. Мы можем вот здесь вот на рукавчике увидеть, видите, вот пайетки нашиты и растянуты камнями. То есть у нас, собственно, границы не видно, да? Ну вот, так мне нравится. Вот, значит, какие ткани еще используются? Используются различные виды кружева. У нас совсем мало минут, по-моему, у нас сейчас может прерваться наш эфир. Но я в любом случае девочке говорю, и следующий эфир я начну с того места, где мы закончили. Да? Следующий эфир состоится 3 числа, в среду, тоже в 12 часов. Мы будем говорить, заканчивать, рассказывать об аппликации и поговорим про роспись. Значит, смотрите, можно использовать различные вышитые ткани, неэластичные. Давайте все-таки про неэластичные ткани я вам расскажу на следующем эфире, да, потому что тема интересная и там есть про что рассказать. Сейчас мы уже за 16 секунд не успеем. Спасибо всем, кто был со мной.